Городские коммунальные службы продолжают подготовку к зимнему отопительному сезону. Завершаются ремонтные работы на теплосетях второго микрорайона. Мы присутствуем во втором микрорайоне. Это после проведения гидроиспытаний выявлены дефектные места. Дефектные места мы не латаем, в смысле маленькими кусочками, а в принципе меняем полностью участки большой протяженности. Во втором микрорайоне устранили 4 порыва в таких местах. В районе на 20-й дом тоже большой участок, большой протяженности заменен. В сторону Дюша заменены участки тепловых сетей между 4-м и 10-м домом. Сейчас мы находимся в районе 2-19. Уже завершающие работы – это восстановление лотков, плиты перекрытия. И после этого засыпка и благоустройство. Коммунальщики просят десногорцев с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с проведением работ. Службы стараются по возможности минимизировать сроки ремонта. Все зависит и от протяженности, и от степени изношенности трубопроводов. Ну, самое большое нам неудобство еще сказывает погода. То, что погодные условия постоянно переменчивые. То дождь, то камни с неба, как говорится. Все это мешает работе, но все равно стараемся выходить из данного положения. Половина городских тепловых сетей уже готова к отопительному сезону. Остается провести ремонт в первом и третьем микрорайонах.